Всех приветствую, с вами Нелис, и сейчас я вам покажу, как сделать вот такой эффект. Подобный эффект недавно использовался в уровне Фиджи, и пока что туториала, как это построить, я не видел. Именно поэтому я решил заснять про это ролик. Сразу скажу то, что в создании этого видео мне помогал Экзотикс, ссылку на него вы найдете в описании. Большое ему спасибо, ну и давайте не будем медлить, и сразу перейдем к редактору. Сначала ставим в высоту такие объекты. Дальше закрываем верх белыми блоками и меняем их цвет на черный. Все самое легкое мы сделали, давайте теперь будем настраивать сами полосы. Ставим эти полоски, двигаем их к центру и дальше копируем так, как я показываю. Для удобства переходим на следующий слой, ставим эту точку и выравниваем ее так, чтобы она была на уровне пола. Переходим на все слои и копируем это, расставляя через один или два блока. Теперь добавляем все полосы в нечетные группы, а круги в четные. Дальше в начале ставим триггер вращения, и там в Target Group ставим ID нашей первой полоски, а в Center Group выбираем группу точки. Выставляем время на 0 и вращение на минус 70 градусов. Копируем этот Rotate и располагаем на одну клетку дальше, но я для удобства еще поставлю его немного выше. Ну и в копированном триггере ставим вращение на 140 и время на 7,8. Настраиваем Ease In Out, потом вот этот счетчик ставим на 4. Теперь можно сразу проверить, правильно ли будут двигаться полоски. Если неправильно, то нужно попробовать передвинуть их влево или вправо. Теперь, как видим, все хорошо. Дальше просто копируем и вставляем через один блок все остальные триггеры, в которых просто увеличиваем группу на 2. Давайте теперь попробуем. Как видим, все хорошо. Ребят, зря что я не стал запариваться над декором. Просто хотел показать концепт, а все остальное оставить на вас. На этом все. Если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Нелис, всем пока.